показать. Клематис мой белый зацвел. Вот такой красоты. Один кустик. Весь в цветах, конечно, куст обалденный получился. Очень красивый. Волшебный. Вроде как белый, а вот здесь смотрю, прям сиреневый. Красавчик. Сорт не знаю. Это Сминвод привезла. В Минводах не узнавала, что это, что за сорт. Вот они пока молоденькие, они прям сиреневые. С сиреневым кантом. А потом превращаются в белые. Очень красивый, конечно, кустик. Вот такой. Огромный. Красавец. Огромный прям, конечно, сколько тут цветов только. И еще бутоны. Там прям все было в бутонах. Бутоны, бутоны, бутоны. Вот они. Вот бутоны. Вот еще бутоны. Вот оно все в бутонах. Прям весь еще. Еще цвести, цвести. Я так переживала. В Минводы уезжала. Он бутоны только набрал. Через неделю, получается, 5 дней нас не было. За 5 дней он весь распустился. А там еще у меня один, но смотрю, по-моему, другой. Сейчас сравним быстро. Сейчас мы сравним. Мои клематисы. Да, здесь там остренькие кончики, а здесь кругленькие точно. Точно другой. Вот, да, и он бежевый больше. Тот с сиреневым, а этот какой-то, я не знаю, грязно-розовый. Не видно, не передает камера, какой цвет. Он такой, нет, не кремово-розовый. Не знаю, как сказать, цвет передать. Но очень красивый тоже. Не так много цветов, конечно, как на том, но я так думаю, в следующем году он покажет красоту. Но цвет необычный, очень красивый цвет. Не передает он цвет. Он кремово-розовый такой какой-то. Вкусный прям цвет, вкусный. А это вот такой же, как там. Это еще один. Вот он, клематис здесь посажен. Вот он, точно такой же, как там. Этот остренький. Вот так. Да, это вот сиреневый. Вот как тот клематис. Это я перевозила с Минвод. Все понасажала. Не знала, что будет, какие будут. Вот получается, вот это бежевые. Вот они более такие. Более круглые листики у них, лепесточки. А этот с сиреневым, у него более острые лепесточки. По цвету отличаются, и по размеру они отличаются. Ну, красотень, конечно. Супер-пупер. Красота. Дальше будет здесь несколько сиреневых еще. Буду снимать, как зацветут клематисы. Буду. Они вон там будут, там в бутонах тоже, все в бутонах. Маленькие еще бутончики, еще не видно, что не скоро, но бутонов очень много тоже. Я так думаю, сиреневое облако там будет. Конечно, я не знаю, как за клематисами, за этими ухаживать. Там вот не очень красиво получилось. Вся зелень прошлогодняя осталось. Я сколько трусила, пыталась срезать. Ну, срезала даже секатором вот этим огромным своим. Срезала, но все равно некрасиво, конечно, вид. Не знаю, в этом году, наверное, все-таки по осени буду опять состригать его. Некрасиво получается, неухоженно. Снизу хорошо все,
а сверху неухоженный вид такой. Понятно, что когда оно сейчас зацветет, будет красиво, но все равно хочется как-то по-другому сделать.